Доброго времени суток, зрителям, членам, гостям нашего канала. С вами Росси, вы находитесь на роли Game Online. Ребятки, сегодня мы с вами в рубрике геймплей Let's Play рассмотрим игру под названием Острів. Это игра украинского разработчика. Хлопец с Харькова сам единолично в течение 4 лет разрабатывал эту игру. И сейчас мы с вами посмотрим, как она выглядит в своей альфе. Патч 3, вы можете это увидеть внизу, справа, если быть точным, получается, вот даже вам покажу курсорчиком, вот оно, ребятки, вот оно. Значит, получается, игра тут по, скажем так, стратегии, значит, развиваем свое поселение, там, следим за нашими, короче, хлопцами и девчатами. Давайте, в общем, посмотрим, что она из себя представляет, немножко в нее поиграем. Хочу сказать, что игра в данный момент... Ее, в принципе, можно приобрести на сайте разработчика или же в Steam. Хотя за Steam врать не буду, но то ли он планирует туда ее добавить, то ли она уже туда добавлена. В общем, давайте я начну, наверное, играть. Выберем карту. Давайте вот эту. Вот. И пока мы с вами будем играть, я параллельно буду рассказывать ту информацию, которую я за эту игру знаю. И, соответственно... Вы это будете слушать и смотреть, и делать свои определенные выводы. Я считаю, что первым делом, конечно, игра стоит обязательно вашего внимания, потому что, я считаю, парень провел просто колоссальнейшую работу, то есть по анимации, по вообще по созданию игры. Блин, я не знаю, таким ребяткам нужно обязательно ставить памятник. Поэтому мы просто не можем пройти ее мимо. Игра, кстати, свежая, 17-го года, хотя разрабатывается она очень давно. Значит, как вы видите, у нас есть вот такая вот карта. Вот она как бы на мини-карте отображается, мы можем полетать, но зачем? Мы летать не будем, мы сразу сейчас приступим к какому-нибудь там строительству и так далее. Значит, на данный момент игра у нас находится, еще раз повторюсь, в альфа-версии. Помимо этого, она представлена пока только в двух языках. На украинском языке и, соответственно, на английском. Я, конечно, выбрал на украинском, потому что мой английский не очень крутой. А на украинском я, в принципе, свободно могу на нем разговаривать и читать. Понятное дело, понимать, потому что я сам с Украины. Если кто-то из этого не знал, но я думаю, это уже был секрет. Я не так раз это говорил, я это не скрываю. Поэтому мне, конечно, проще будет на украинском языке играть. Так, значит, давайте, значит, сразу перейдем к геймплею. То есть, как во всех таких стратегиях такого типа, у нас есть выбор типа жилья, ресурсов, там, транспорт и так далее. Значит, я немножко в эту игру уже поиграл. У нас есть, получается, как бы наш лагерь. Вот как бы в палатках у нас живут семьи, соответственно. То есть там отец, мать, дети, к примеру, у нас есть. Запасы этой семьи и так далее. То есть, ну, я не знаю просто, с каким жанром это сравнить, наверное. Именно типа там, как SimCity, там, да, там, какие-то популярные игры. Я, честно, до этого момента помню их название, сейчас не помню, поэтому не буду их коверкать. В общем, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что это за жанр. Сейчас у нас 1721 год, март. Березинск, кто не знает, это март. Значит, наше первое задание, это нужно построить лесопилку для добычи дерева. Соответственно, открываем производство, выбираем лесопилку. Вот она отображается такой красивенькой моделькой. Значит, можно крутить с помощью клавиш RT, соответственно. Давайте, соответственно, лесопилку поставим поближе к лесу. Такой, как бы, капитан, очевидность. На ней мы можем выбрать, точнее, не выбрать, а посмотреть, кто у нас разнорабочие. Разнорабочие, это, получается, хлопцы, которые... Обратите внимание на оптимизацию, точнее, на мелочи, которые вот человек пририсовал. То есть, смотрите, хлопцы берут тачки, идут вот... Мы ожидаем на производстве дерева и гвозди. Вот смотрите, хлопец, он поставил тачку, набрал дерево, взял эту тачку и котит теперь сюда на стройку. Этот хлопец, скорее всего, тащит ящики с гвоздями. Тот еще набирает дерево. То есть, реально очень классно проделано. Я, честно, очень люблю вот такие вот дотошные всякие игры, да, там будет прорисована каждая мелочь. То есть, вот ребятки это все притащили, сейчас это не все выложат здесь. И на производство потом придут и на работники, которые это будут строить. Смотрите, он по каждому ящичку берет, все это несет. То есть я считаю, проделана очень большая, огромная, копотливая работа, и она явно вызывает как бы уважение.
Сразу у нас, значит, куча людей выстроилась, усатых таких хлопцев, выстроилась нам строить. Это, значит, у нас Юрий Кириленко, Тихон Прокопов, ну, я буду говорить на русском, значит, Максим Шавкопляс, Михаил Думич и Федор Кириллов. То есть, смотрите, у нас конкретно у каждого есть там свое имя, своя фамилия, там, да, там и так далее. Вот хлопцы уже потихонечку начали стучать своими молотками, как бы уже строить. Мы также можем, как во всех таких стратегиях, немножко увеличить скорость. Давайте я буду рассказывать, для того, чтобы вы могли посмотреть всю красоту этой прорисовки, этой дотошной работы. Давайте я вот так вот не буду ускорять, а вот как оно по факту есть, да, я так и оставлю. Пускай пока хлопцы на заднем фоне работают, пока я веду свой монолог, а мы как бы с вами будем рассуждать, разговаривать и, соответственно, наблюдать. Знаете, как бы, как кто-то работает, смотреть можно вечно. Значит, что еще мне порадовало конкретно в этой игре, это, во-первых, приятная графика, это приятные дотошные детали, которые как бы автор игры постарался реализовать. Я считаю, что игра очень даже неплохая для этапа альфы. Она продается, значит, на сайте, конечно, за бешеные, как для меня, деньги. Это, если не ошибаюсь, $20. Конечно, надо поддерживать как бы отечественного производителя. И 4 года работы, кропотливой, в одиночку, может, и того и стоит. Но, ребятки, я столько, к примеру, не зарабатываю, к сожалению. И поэтому я не мог бы себе ее позволить. Поэтому я обычно, как обычно, точнее, купил ее на торренте по цене интернета. Как вот кто-то делал комментарий. Спасибо, очень, кстати, очень правильно, вот не точно. Комментарий был поставлен. Значит, все, хлопцы побили, поставили, пока что-то было. И видите, все как бы пошли бить, как бы дурака валять, возле костра посидеть, там, да, там, байки потравить. Ждем разнорабочих, которые вон опять потихонечку тащат продукты. Точнее, материалы. Значит, что у нас здесь есть по ресурсам конкретно сейчас? Это вода, дерево, солома, да, и железо, и эти, скажите мне, гвозди. Понятно, что эти ресурсы можно производить. Давайте посмотрим, немножко почитаем, что пока хлопцы строят, немножко почитаем, что здесь уже доступно на данный момент. Значит, в разделе жилье пока у нас свободно только обычные дома, без всяких там наворотов. Есть в разделе вода, соответственно, есть у нас колодец. Значит, в производстве лесопилка, ферма, мельница, коровник, скотобойня, господи, горбарня, это что такое? Я извиняюсь, хоть я это... это, короче, мы делаем шкуру из шкуры животных. Здесь мы сено производим, ну, как бы сушим, точнее, сено. Здесь, значит, мы делаем, производим тачки, на которых хлопцы возят товары, да, там всякие плуги, там мебель и так далее, которые мы потом можем торговать с другими селами соседними, как я понял, в перспективе. Можем там продавать для населения. Здесь мы, соответственно, в кузнице мы можем делать всякие там подковы, металлические какие-то там приборы, гвозди. Вместе для компании глины, скажем так, это получается, как я понял, получается, мы ставим просто карьер, да, вот яму, давайте ее, кстати, поставим, потому что нам глина потом пригодится. Вот, хлопцы, когда им нужна будет глина для производства, они пришли, как бы там, да, там себе в корзину, грубо говоря, какие-то ведра набрали и потом повели по зерту, куда надо, по назначению, соответственно. Так, продолжаем дальше. Тут у нас сделается, соответственно, производим одежду. Здесь, короче, мы производим в ткальня. Вылетело с головы. В общем, скажем так, здесь мы производим из материалов, делаем именно саму ткань. Если здесь мы делаем одежду из ткани, а здесь мы саму ткань производим. Здесь мы производим ботинки из кожи. Здесь собираем камыш, соответственно, который мы переделываем для крыши.
то есть крышу в домах того века, среди, как бы, как я понимаю, здесь представлены как бы именно украинцы, вот, потому что, как бы, в принципе, я думаю, логично, потому что сам как бы разработчик с Украины. Здесь такие, знаете, такие соломенные вот они шляпы, пару из этих хлопцев носят, да, там, и построен с вами дом, и обратите внимание, что крыша тогда в то время, в принципе, тоже из соломы делали, ну, делалась, то есть это такая, знаете, колоритная, отображала именно украинскую, как бы скажем, культуру или стиль жизни. Дальше у нас идет, значит, чем мы остановились. Ну, это с крышей мы разобрались. Здесь мы делаем полийница, хотя, мне кажется, можно было назвать по-другому, но я, ладно, я не разработчик, ему видней. Здесь делаем масло из семечки, соответственно. Здесь производим рыбацкие или торговые лодки там всякие. И, соответственно, рыбу. Ловим рыбу. Ловим рыбу и продаем ее на местном, для местного или для экспорта. Значит, в транспорте у нас есть место, где мы складываем сено, место, где мы держим продукты, торговый пост, который нам позволяет торговать с соседними деревнями. Соответственно, есть у нас магазинчик, в котором мы можем продавать еду для населения или какой-то товар определенный, место для вот таких вот тачек, которые он катаются, и деревянный мост. В управлении у нас есть только, скажем так, глава села, о простом, где у нас сидит наш, даже не знаю, мэр, ну да, глава села сидит. Дальше в косметическом обустройстве у нас, как видите, есть вот пару видов заборов, деревья можно посадить, скамеечку, на которой люди будут потом приходить и отдыхать после работы или перед работой. Ну, к сожалению, по поводу образования, здоровья и религии еще вот только в разработке, поэтому не смогу вам ничего такого интересного здесь показать. Хлопцы очень долго строят, я уже устал говорить, они все строят и строят. Давайте мы их немножко ускорим, как со стороны посмотрим. Видите, они возводят стены уже. То есть, не так стучать. Давайте как раз мы уже они на финальном этапе возводят крышу. Скоро значит, притащат солому, соответственно. Натянут эту крышу. И у нас будет готовая лесопилка. На эту лесопилку нам нужно будет назначить рабочих, которые здесь будет ходить, валять деревья, потом из этих бревен делать доски, соответственно. Давайте сейчас уже близко к этому моменту. Вот уже почти заканчивал строительство. У нас 24 человека. Немножко поиграв, я уже знаю наше следующее задание. Это я просто сейчас специально затягиваю, да, вам все долго рассказываю. Наше следующее задание обязательно нужно будет настроить дома, чтобы люди с палаток до зимы переехали в дома. Потому что те, кто не переедут, они скажут, типа, слишком холодно, мы не хотим здесь жить, и уходят. По какому принципу они приходят, если честно, я не знаю, потому что я до этого не доходил, я немножко поиграл, посмотрел, чуть-чуть попытался освоиться, хотя, я думаю, такие стратегии все между собой однотипны. Но нужно было это сделать. Так, что тут у нас парень тащит одно дерево, нам не хватает одного дерева, и у нас будет достроен дом. Хотя, в принципе, у нас еще не хватает крыши, которую нужно делать, ну, возможно, а то мы обойдемся без соломы. Давайте сейчас мы ускорим процесс. Кто там прибежит работать, я надеюсь, он доделает. Вот он, этот мужчина в расцвете сил. И все. Бамс. Готово. Так, значит, смотрите, здесь у нас получается, мы можем колоды делать, дерево собирать и дрова из них. Значит, давайте сразу назначим три бойца, которые сейчас будут разрывать это дерево по полной. Тем самым, кстати, обратите внимание, мы получили новое задание. Нам нужно всем построить дома. Если мы наводим на наше количество людей, значит, у нас что, недостаточно воды,
нет рынка, нет жилья и нет рабочих мест. Значит, раз недостаточно воды, что мы делаем с вами? Обязательно поставим еще один колодец вот тут, к примеру. Если, кстати, не ошибаюсь, колодец должен сам построиться, или это вот выкопает, я не помню. Когда он разнорабочий, сейчас вот перетащивают все дела, гвозди уже притащили, дерево, сейчас четвером его заколбасят, хотя там один справится, и все, колодец готов. Я думаю, проблему с водой мы убрали. Потихонечку, конечно, надо было бы уже строить дома. Давайте, кстати, я обещал, что я построю дом, чтобы вы посмотрели, за что я имею в виду, там дом с соломой. Видите, такой типичный украинский домик. Там, давайте, значит, мы его сейчас вот тут залупим, такой будет козырный, ближе всего к этому. Можно также ставить приоритеты по постройке зданий и так далее, и так далее, и так далее. Давайте я немножко ускорю процесс. Видите, хлопцы тем временем потащили уже бревно, спилили, точнее дерево завалили, кто-то глину набирает. В общем, дотошность реально этой игры меня очень радует. Я давно в такие игры не играл, и в принципе вот сейчас я реально играю, получаю удовольствие, особенно больше получаю удовольствие от того, что человек это сделал все в одно лицо. То есть, ребят, ну это реально круто. Значит, посмотрел я, попытался там построить я как-то коровник. Оказывается, построить просто коровник — это не решение. Нужно было потом построить торговый пост, соединиться с товарищами по карте. Вот, кстати, они, вот наш город есть у нас, вот, вот и вот, три села у нас есть, получается, мы туда посылаем гонца, наш гонец узнает, что там продается по товарам, что им нужно, что они продают. Вот я, в общем, в таком одном из городов купил коров, заказал мне этих коров, пока там чумаки, короче, их привезли сюда ко мне, и только потом я их смог, короче, выращивать, они имеют свой возраст, там этих коров можно на забой, молоко. Кстати, почему-то вот именно на поле, ну на ферме, я веду на поле, и на ферме работают только женщины. Можно ставить руководителя, который повышает рабочий процесс, улучшает. И почему-то руководитель обязательно мужчина. Работают женщины, руководитель мужчина. То есть это, можно сказать, патриархат такой, знаете ли. Вот, но, в общем, все замудрено, все как-то вот так дотошно все сделано. Ну, в общем, реально... Очень прикольно, очень понравилось. Если вам, к примеру, тоже эта стратегия понравилась, обязательно, кто богатый Буратинка, купите ее, кто не богатый Буратинка, просто можете скачать. Если вам понравится это видео, пишите обязательно, или не понравится, пишите свои комментарии, ставьте лайки. Я бы был, в принципе, не прочь по этой игре сделать летсплей, серию летсплеев, да, то есть там будем как-то с вами пытаться развивать, как бы поднимать свое село с колен, да, будем как бы пытаться набирать моща, чтобы к нам больше людей приезжало, чтобы наша деревня процветала там и так далее. Поэтому, ребятки, все как бы зависит от вас, я стараюсь для вас, поэтому не будьте в стороне, не будьте в стороне, пишите свои комментарии, ставьте свои лайки, что же это такое. Мы уже скоро с вами достигнем, возможно, достигнем порога в 100 подписчиков, это такой как бы праздник просто, понимаете, я не знаю. Надо прям просто будет купить шампанское, чек, там какого-нибудь дешманского вина, потому что я не богатый, да, там нажраться этого винища и там радоваться, потому что у меня будет целых 100 подписчиков. То есть мы 100 подписчиков, и мы еле-еле с вами набираем 25-30 просмотров. Ребята, активнее ставьте лайки. Что такое для вас, молодых и красивых, поставить лайк? Это 2 секунды времени. Вы поставили лайк и забыли, а мне это безумно приятно. Особенно, знаете, как радуется сердце, когда мы набираем 10 лайков. Ничего себе, 10 лайков. Ну, хлопцы, 10 лайков для 100 человек. Ну, это смешно. Давайте хотя бы хоть раз наберем 15, я не знаю, или там 20 лайков. Ну, чтобы уже так сделать праздник, так праздник. Давайте, ребята, давайте активнее. Вот мы уже, как видите, как пацаны быстро строят дом. Вон уже натаскали, там уже, смотрите, стена готова. Печка, смотрите, печка красавица. Емеля уже может туда залазить. То есть все красиво, все способствует тому, чтобы вы, вот, скажите мне, чтобы вы ставили лайки. Все, дом у нас готов. Соответственно, сейчас все прорисовалось. Не обращайте внимания на прорисовочку. Ребят, специально сделал графику поменьше, потому что, учитывая даже... мой не сильно мощный, но в принципе относительно нормальный компьютер, на максимальной графике все смотрится вообще супер-пупер, но
К сожалению, во время записи были маленькие фрезы, поэтому я думаю, сейчас они убрались. Когда оно на максимальных настройках, это смотрится еще более кошернее и более классно. Смотрите, вот уже у нас идет парочка Twix Владислава Иванычка и Гаврила Иванычка, 24 и 27. Вот как бы ребятки идут в свой новый дом. И на этой лирической и отличной ноте, когда ребятки идут в свой новый дом, он уже, кстати, взял ведро, пошел, наверное, за водой, то есть, ну, все по-хозяйски, все по порядку. На этой лирической ноте мы с вами, наверное, закончим наш небольшой такой монолог летсплей. Я надеюсь, вы примерно поняли, я хоть примерно вам рассказал, что в этой игре вообще можно делать, и я думаю, вам будет все-таки интереснее самим это попробовать. Обязательно подумайте по поводу своего поведения, ставьте лайки, пишите свои комментарии. С вами был Росси, это был канал Rolly Game Online. Всем спасибо за просмотр, всем пока и до скорых встреч.